Я не могу поверить, что я упал в эту дыру. Я не вижу, как я могу здесь забраться наверх. Мне придется найти другой выход. Кажется, сверху впереди есть какой-то проход, и я пойду лучше туда. Добро пожаловать, дорогие друзья, и я вас всех приветствую. У нас сегодня на повестке дня такая вот интересная игрушка под названием Blind, или я бы, наверное, перевела ее как «Слепота», «Тьма». Ну, как кто ее видит. В чем суть нашей игрушки? Мы ничего не видим, но мы все прекрасно с вами слышим. И я вам всем предлагаю перед началом вот сейчас просмотра оденьте, пожалуйста, наушники и постарайтесь, как бы, чтобы у вас была звукоизоляция, то есть чтобы мы с вами максимально могли опуститься в наше прохождение. В общем, коротко рассказываю, в чем суть. Наш главный герой где-то, видимо, гулял-гулял и провалился, упал в дыру. Вы там увидели, там проход типа колодца, что ли, старого. И сейчас ему необходимо найти выход, мы должны ему в этом помочь. Мы ничего не видим, у нас нет ни спичек, ни инвентаря, ничего, мы можем только ходить и прислушиваться. Что же мы тут услышим? Ну что, давайте попробуем окунуться в эту атмосферу. Так, мы можем идти вперед, назад, влево мы не можем, и вправо мы не можем. Хорошо, идем вперед, он сказал up ahead, то есть вперед нужно пройти. Ага, я чувствую впереди стену. И стенка у меня слева. Окей, идем направо. Так, смотрите. Шум у нас остался слева, сзади где-то. Так, идем направо. Прямо мы пока не можем идти. Так. Тут так темно. Я счастлива, что тут темно. Так, пока что мы все еще можем... Ага, не вперед. I'll have to pay attention. To sounds. Я понимаю, что я должен обращать внимание на различные звуки. Так, смотрите, вперед не можем, вправо не можем. Назад зато можем. Окей. Будем аккуратненько пятиться и прислушиваться. По-моему, я слышу воду, друзья. Где-то сзади. Попробуем, давайте левее уходить. О! По-моему, за нашей спиной вода. Ага. Так. Продвигаемся. Мы ее, получается, как бы обходим. Эта вода звучит так успокаивающе. Я рада, что ты успокаиваешься, товарищ мой. Так, хорошо, давайте пройдем как-то мимо нее. Можем идти назад? Нет. Знаете, жутко, конечно, когда ты вообще ничего не... Тихо. Вообще ничего не видишь. Я сейчас тупо могу пятиться только вправо. Ни вперед, ни назад. Так, нельзя. Тоже нельзя. Слушайте, то есть мы, получается, тупо в бок можем только ходить сейчас. Ага, вот я смогла идти назад. Давайте попробуем максимально пройти назад. Может, мы куда-нибудь упремся. Тихо. Я слышу какой-то давящий звук, что ли? Ребят, вы слышите? Какой-то как рокот. Ага, I had a bad feeling about going this way. Ты не хочешь туда идти? Я тоже туда не хочу. Окей, ребят, значит, нам нужно держаться все же левой стороны и не выходить к этому гулу. Так, надо теперь возвращаться назад. Честно вам сказать, у меня уже какая-то начинается дезориентация. Я пытаюсь просчитать, сколько же нам... Надо к воде вернуться, мне кажется. Так, идем прямо. Налево пока мы повернуть не можем. О, сейчас пройдем мимо нашего водопада. Или что это у нас тут, какой-то как ручеек подземный. Чисто теоретически подземный же ручеек должен куда-то течь. Он же у нас не просто так здесь находится. Так. Я в такие игрушки еще никогда не играла, ребятки. Я надеюсь, что вам интересна такая вот рубрика необычных интересных игр. И вы обязательно поставите лайк, если хотите больше таких интересных игрушек. Так, я чувствую, что я, знаете, вот реально, если закрыть глаза и не смотреть на экран, то складывается впечатление, что мы реально находимся где-то в какой-то пещере. Потому что звуки просто давят со всех сторон. Так, я слышу, что мы возвращаемся. Ага.
Зря, мне кажется. Ага, I feel strange. Ага, мне кажется, что я нашел какие-то странные, ну, типа странного прохода впереди. А кажется, они сделаны людьми. Здесь есть отверстие в центре. And if something fits inside. И если что-нибудь подойдет. А, мы что, дверь какую-то нашли? Но смотрите, мы не можем ни вбок, ни только назад можем идти. Хорошо. Давайте возвращаться к воде. Так, а если нам давайте через воду пройдем максимально. Мы ее обойти никак не можем? Ага. Слушайте, ну мы здесь в этой части, по-моему, уже были. Хорошо, а если мы пойдем вперед? Нам надо обойти эту воду. О, тихо-тихо-тихо. Прям можем идти. И попробуем сейчас. Так, сюда можем идти, да? Я боюсь, что мы сейчас опять вернемся к этому гулу. Так, здесь некуда. Можем идти прямо. Идем дальше. Пока что я могу двигаться только прямо. У меня уже полная дезориентация. Если вначале я как-то, знаете, прикидывала примерно, куда мы идем. Я так понимаю, что мы опять подходим к нашему вот этому отверстию. Так. Мы пока никуда сворачивать. Ага, мы можем идти налево. Тут я так понимаю, что мы вернулись к нашему началу. Угу. А что у нас тут, очки? Так, здесь у нас ничего интересного. Хорошо. Сюда мы никуда, значит, здесь у нас тупик. Окей, ладно, давай двигай дальше. Возвращаемся, давайте вернемся, может, вот к тому гулу, где мы его слышали. Может, где-то были там какие-то еще ответвления. Хотя я, честно говоря, не особо горю желанием к нему подходить. Я хочу воду услышать. Вот мы с вами не пытались как-то направо уйти. Так. Так, идем. Значит, гул нам не нужен. Ага, сюда нельзя. Можно только сюда. Подождите, а если мы вот так пройдем? Направо мы не можем уходить. Слушайте, я даже не представляю, куда нам идти. Получается, у нас, знаете, такой буквой У мы ходим. То есть я понимаю, что мы сейчас с двух сторон обходим наш вот этот, нашу подземную речку. Кто-нибудь помнит, как я к этому гулу вышла? Давайте попробуем через эту реку перейти. Мне не нравится, что мне не появляются никакие надписи. Так. Это мы к воде, что ли, вышли? Ага. По-моему, приблизились ближе к источнику. О, по-моему, я слышала гул. Так. Опять слышу свист ветра. Интересно, тут реально можно умереть? Ага. Мы можем идти сюда. По-моему, я нашла какой-то проход. Ребят, ну я слышу этот гул. Будем пытаться к нему идти? Ага, тут тупик. Может, идти направо? Я чуть боюсь, ребят. Ага, можно идти сюда. Но я слышу каких-то животных. То есть, знаете, как будто бы воет какой-то койот. Я надеюсь, что мы не провалимся ниже куда-нибудь. Что-то мне реально страшно. Ребят, будем. Давайте аккуратненько подойдем, умрем, так умрем. Грустно будет, конечно. Так, еще чуть-чуть. Вправо, влево мы не можем. То есть. Куда мы упали? Вы упали очень глубоко и умерли. Ну, прекрасно, ребят. Эх, ну давайте заново начнем. Еще раз хотя бы потыкаемся туда-сюда. Так, I can't believe I fell down. Ну понятно, что ты не можешь беливнуть. Так, давайте сейчас попробуем как-нибудь логически рассуждать. Хотя как тут можно логически рассуждать, если мы
Получается, нам нужно в любом случае обходить подальше этот гул. То есть теперь мы хотя бы поняли, что туда лучше не идти, потому что если мы будем подходить к гулу, то, скорее всего, мы просто с вами упадем. Окей. Впереди Fells Open. Хорошо, мы можем идти вперед. Так, ты чувствуешь стену. Слева, справа у нас слева идем направо. Хорошо. Прямо мы никак дальше идти не можем. А где-то мы с вами тут отверстие нашли. Я надеюсь, тут не рандомная генерация ж карты. Так, тут так темно. Ну что ж, ты виноват сам, что со спичками не ходишь. Pay attention to sounds. Да молодец, что ты будешь pay attention to sounds. Так, идем назад. Давайте уже будем не тыкаться, а тупо походим, послушаем. Так, ребят, слышу воду. Слышу воду, подходим к воде. Налево. Вот мы нашли с вами воду. Походу, мы обходим с другой стороны наш источник. Хорошо, ну, смотрите, получается, мы к нему подойти не можем. Что есть очень странно. Так, а ну еще раз. Так. Ага, вот. Этот звук воды нас успокаивает. Хорошо, значит, мы с вами шли направо, получается. Там, где мы испугались и ушли. Давайте попробуем попасть налево. Будем идти налево. Просто мне показалось, что там еще было какое-то место возле этого гула. А, можем сейчас... О! Ага, вот, мы с вами нашли вот этот странное, скажем так, отверстие, которое сделано было человеком. Значит, оно у нас находится слева от нашего источника. Тут есть, понятно, отверстие, видимо, для чего-то, я не знаю, что нам нужно здесь будет найти. Давайте посмотрим, куда мы еще можем попасть. Так. Ага, тихо. Мы можем вернуться к воде. Так. Мы возле воды. Давайте обойдем этот сам, попытаемся вернуться к гулу, но постараемся не падать никуда. Так. Сюда нам, получается, выше мы никуда не можем пройти. Я просто хочу хотя бы сейчас границы карты найти. Угу. Тут никуда нельзя. Либо мы слишком, знаете, как-то медленно ходим, то есть я не успеваю высчитать наши шаги. Так, сюда нельзя. Нельзя. Реально, знаете, начинаешь теряться в пространстве. Так. Вот я слышу... Слушайте, по-моему, ветер опять слышу. Вот, теперь мы можем... О! Я слышу гул. Это, скорее всего, вариант выйти к... к вот этой дыре, куда нам не стоит идти. Подождите, а если мы сейчас попытаемся уйти налево? Не доходя до гула. Или направо. Давайте будем подходить к гулу, пока у нас табличка не появится. Тихо. Ага, вот, я смогла повернуть. И он у нас где-то сбоку. Можем вниз. Ага, вот, bad feeling. Хорошо, пойдем сюда. Попробуем пойти назад, в обратную сторону. Мне кажется, что мы можем все-таки... О! Получилось пойти направо, ребят. По-моему, я что-то слышу. Так. Опять гул. Но я слышу, как будто бы птиц каких-то. О! Я смогла направо повернуть. Так. А теперь куда? Гул остался сбоку. Движемся. По-моему, опять вода, да? Мы можем назад и вперед. Нет, вперед не можем, назад можем. Так. По-моему, опять какой-то как шум воды. Воу. Налево. Так, тут просто коридор. Я на что-то наступил. На что ты наступил?
похоже на большой ключ. Какой большой? Где ты тут ключ нашел? О, господи. Наверное, скорее всего, он подойдет к той двери, которую я нашел. О, нет, вы что, шутите? Сейчас нам вернуться надо? Так, ребят, а как нам вернуться? Давайте сейчас высчитывать. Значит, нам нужно... Так, сюда. Значит, я примерно помню, нам наверх. И надо налево уйти. Я надеюсь, нам тут никто не будет мешать уходить. Так, идем сюда. Так, идем сюда, по-моему. Где-то здесь нужно повернуть. Так, сюда. К гулу нам нужно дойти. Так, наверх. Я знаю, что нам нужно к этому ручью. Ага, ручей здесь, по-моему. Ручей. Ручей-то здесь? По-моему, к гулу приближаемся, да? Не, ребят, уходим. Нам нужно просто свернуть где-то налево. Так, я слышу этот шум ветра. Слушайте, я не знаю, куда нам идти. А если сюда? Я, походу, заблудилась, ребят. Я не понимаю, куда мы идем. Что мы делаем не так? Слышу шум улицы. Куда-то мы с вами не туда, по-моему, пихаемся. Так, слышу шум улицы. И опять какой-то воды. Только не говорите, что мы... Тихо. Так, ребят, слышу. Слышу наш этот ручеек. Нам нужно подойти к ручейку. Насколько я помню, и от ручейка нам нужно... Ага, проходим мимо ручейка. И я, насколько помню, мы сейчас уперемся в стенку, идем вниз. И нам как-то надо было налево пройти. Если я не ошибаюсь. Выпустите меня отсюда! О, тихо. Давайте попробуем Я уже заикаюсь. Давайте попробуем этот ключ. Есть! Слушайте, мы с вами выбрались! Поздравляем! Вы нашли ваш выход. Ну, в смысле, выход отсюда. Фу, ребятки, знаете, необычно, мне кажется. Вот реально, ты сидишь, как будто бы действительно находишься в пещере, а если вы еще и глаза закроете, то будет полнейшее вообще, скажем так, опускание, погружение в эту игрушку, уже заикаюсь. Я надеюсь, что вам нравятся подобные игрушки, вы не забудете поставить лайк и пишите в комментариях, если хотите больше таких вот необычных игр. А я буду пока что с вами прощаться, мои дорогие друзья. Хорошего вам всем настроения, удачи и добра. Всем пока-пока.